Поддержали акцию «Ночь музеев» и в Мытищинском историко-художественном музее. На протяжении целого дня жители и гости округа могли посетить все экспозиции, представленные здесь, а также побывать на открытии сразу нескольких новых выставок. Даже те, кто уже не раз посещал музеи, были приятно удивлены необычными экспонатами. Их к радости гостей можно было трогать. Выставка удивительных скульптур в Мытищинском историко-художественном музее продлится до конца лета.